Если в сотых кварталах открывают один спортивный объект за другим, то в остальных микрорайонах столицы горожане таким вниманием не избалованы. Потому появление нового зала на ПВЗ – настоящий подарок для местных. Заниматься тут будут боевым самбо. Не так давно в нашей столице прошли всероссийские соревнования. Много выходцев из Бурятии, это чемпионы мира, чемпионы Европы. Вот, приятно видеть, что открываются новые залы, приятно смотреть на детей. Вот наше подрастающее поколение, которое, кто-то из них будет отстаивать честь нашей страны на международной арене. Зал на Октябрьской принадлежал бизнесмену Батору Гамбоеву. Он передал помещение на безвозмездной основе Федерации самбо Бурятии. Мы сами с детства выросли из спорта, тоже занимался борьбой. Ну, и мне это все родное, все дорогое. И когда у нас возникла такая возможность, мы с удовольствием предоставили помещение, зал, чтобы дети занимались спортом, вели здоровый образ жизни, чтобы у нас вырастали чемпионы. Тут есть все необходимое оснащение, принимают детей 7 лет. Занятия проходят 3 раза в неделю. Зал получил название «Нукер», что переводится как «Свободный воин». Ася Касьянова, Анастасия Пронькинова, Новости дня.